Привет, с вами Вадим, и сегодня мы будем играть в русский инди-хоррор, который называется The Fear. Погнали. И реклама, короче, сразу. Судя по всему, мы едем с семьей домой. Они счастливы, я тоже. Музыка еще спокойно на заднем плане играет. Держись крепко! И все, семья просто пропала на мгновение. Привет, там какая-то проблема. Марта, это ты? О боже! Куда она пошла? Ой! Господи. Марта, ты что, совсем дурная, что ли? Я должен идти домой как можно быстрее. Ну и сейчас она опять. Ну пойдет как? А может она здесь сидит? Почему дверь открыта? Ой, ну и опять реклама, ну ты издеваешься. Черт, электричество отключено. Так вон. Нет, это телефон. Ой, зря я такой джойстик настроил. Так, ну что у нас здесь есть? Ё-моё. Ты стекло разбил. Так. Ой, здравствуй. Ты ищешь свою новую жену и дочь? Нашу дочь? Здравствуй. Он сам открыл дверь, ты прикинь. Если вы их ищете, идите в подвал. Так, подожди. Ну пошли в подвал. Подвал. Дверь заперта, ключ должен быть наверху. Ключ, говоришь. Ну, господи, теперь с таким джойстиком я должен что-то искать. Наверху, значит, наверху. О, господи, опять переклонил. Ой, это я вышел. Что-то я совсем не шарю. Да, ну ладно, что-то опять-то электричество отключено. Да? Серьезно? Второй раз подряд. А он сам заходит. Наводишь на дверь, он все заходит прям. Ладно, не буду больше поворачиваться. Ой, здравствуй. Ой, ну и музон сейчас круто играл, конечно.
здесь ничего особенно нету. Мишка упала ногу себе. Здравствуй, Марта. Давай сюда. Ой, чувствительность. Ой, чувствительность. То, что ты со мной делаешь-то, а? Кажется, я зря выбрал это управление. Стой от меня, дурная. Наверное, ты сильно любишь свою жену. Ну да, почему бы нет? О, Господи. Даже карту не дали. Вот и блин. Ух. О! Опять ты! Боже, как ты меня достал уже! Ты оставил меня в больнице. Ну таких, как ты, всегда надо в больнице оставлять. Больный, блин. Ну теперь я еще и дорогу отсюда не помню. Я не помню, где я был. Здесь, по-моему. Да, здесь. Боже, здесь столько рекламы. Да, не так очевидно, что электричество отключено. Да твою мать, отвали. Все, 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 отстань. Я это сорвал. Опять телеклама, ну и серьезно. Самая любимая реклама, блин. Ой, все, у меня, короче. Все, да, не пошло. У меня нафиг, короче, лагает теперь. Ну и все. Я должен уйти в свою лучшую сирену. Я не забуду то, что ты мне сделал. Ну что он сделал? Больница стала там. Ну, угораешь ты скоро. Я даже главный герой испугался. Если ты хочешь увидеть нашу дочь и жену, приди на фабрику. А ты чё, прикалываешься? Да ладно, я не знаю, что ты меня видишь. Блин, ты видал, она меня просто хотела зарезать.
И еще ключ какой-то я должен найти. Который я даже не знаю, где находится. Ой, ну игра сейчас вообще ужасно лагает. Ох, особенно на этом моменте. Боишься? Да нет. Ну, главный герой, да. Не, ну если бы я был бы на его месте бы. Думаю, и так понятно, что бы уходил. А здесь мы вроде не были. Твою ж мать. На фабрику. А ты мне ключи дай какие-то. А, ну ключи от дома, наверное. Вот эту дверь хочу. Блин, что-то дверь не открывается. Отвянь! Проклятая дура. Отлично. Ты можешь немедленно идти на фабрику. Выйти и сесть в машину. Ну, отлично, я еще и... Сейчас и искать выход буду отсюда. Чё за звук бензопилы? С таким управлением я от вашей бензопилы не убегу. Так что давай без приколов. Ой, ну я сейчас тут вообще шастаться буду все это время, блин. Всю серию. Потому что я абсолютно... Вот кажется, что все, ты заблудишься, а все равно ищешь, находишь выход. Да, это реклама проклятая опять. Отлично. Теперь нужно просто валить из дома. Кстати, а чего у нас здесь? Ой, боже. Я вернулся. А почему это ты вернулся, а не вернулась? Ты прикалываешься? Мониторы. Так, окей. А теперь у меня задается вопрос, куда идти, сюда что ли? Ой. Отвали с этой рекламой. Все, я начал сниматься, как мы садимся в машину и езжаем в... Ой, в Африку. В Африку. Фабрику, блин. Так, помнишь? Черт, почему этот автомобиль сломался? Ой, да там Марта к нам идет. Марта? Ну давай, что на этот раз? Да она... Нет! Правильно, правильно.
то, что выпрыгнул из машины такое. Да, оно пошло. Мне надо идти дальше по дороге. Господи. Смех крипует просто. Достали эти уже рекламы мне. Боже, ради бога. Судя по всему, здесь ветрено. Мы еще и в фабрику идем. Ой, отстань. Отстань, перебудешь меня. Ну, отличное начало просто. А куда идти-то, где фабрика? Ага. О, судя по всему, это здесь, да. Ой, прикольно, вот это не достало. Ну сейчас опять походу лагать ужасно будет. Так, мы продолжаем. В данный момент мы сейчас находимся в подвале. Я уже вижу Марту. Марта. Что-то у меня почему-то звук пропал. О, Господи. А, подожди-ка, это я что, вышел, что ли, на улицу? Вот в игре нет звука, а вот в рекламе здесь обязательно. Конечно, почему бы нет? Сирена нет. О, Господи. На тебе, падла. Все, мы прошли игру, что ли? I'm so happy right now, because I'm one step closer. Действительно прошли игру так быстро. Мы просто пырнули нож в Марту и тем самым победили. Но этот мужик о чем-то хорошем, судя по всему, говорит то, что типа... Все хорошо закончилось. Зефир.
Ну окей, давайте на этом заканчивать. Ссылка на игру будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!